А сейчас они бегают с Ричардом. Ричард смешной такой. Она за ним. Ричард, иди забери. Ричард, что ты чухаешься? Тебя обрабатывали. Хорошенькая. Ушечки, все в порядке, смотри, видишь, все. Постригли, даже не видно, что пострижены. Да. За что лучше стояли, постригли. У длинношерстных такое часто бывает. Я тебе скажу, долго она так раздуплялась. Что-то у нее странно она себя вела. Скучала. Она скучала. Любимый Ричард. Хорошо, что две собаки. Это очень хорошо. Как начинаю здесь бегать другой раз. И она и убегает от Ричарда там. Догонялки играют. Догонялки замечательно. Догони, догони, где Ричард? Где Ричард? Догонялки. Гера. Гера Верона. Сейчас укусит за пупку. За пупку. Заманивает. Хорошенькая, хорошенькая. Крепкая, хорошая собачка. Идите, Юля. А с ней это... Ну, надо будет походить. Но... На дрессировку? Да. Ну, желательно, конечно. Но еще рано. Она еще маленькая. Еще очень жарко. Вот. Видишь, возле кого села она? А ты говоришь, не любит. Любит она тебя? Еще красивенько села, к тому же. Вот она, красавица. Ну, вот она только начала сейчас, как сказать, адаптироваться здесь. Отлично. А первое время она вообще какая-то странная, непонятная. Некоторые собаки быстрее адаптируются, некоторые дольше адаптируются. И блошки все равно по ним лазят, хоть я их забрызгал, и этого. Ну, они, наверное, на улице их опять собирают. Собирают, но не потом спрыгивают. Но я не видела на ней, я посмотрела, вроде ничего нету. Такая довольная такая собака лежит. Сейчас Ричарда за хобот есть. Ага, вот так мотоцикл заводится. Наглядный пример, как заводится мотоцикл. Или же ждет, ждет. В ожидании. Так валится и лежит. Такая довольная. Все довольные. Все. Свободный. Свободный. Нельзя, нельзя присаживаться, нельзя, 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 надо стоять и снимать. Все, иди. Все, пошли, пошли. Водичка. Странно. Чего? Ой. Видно, она еще привыкла.
своим там. Отвыкнет. Она уже хорошо себя ведет. Она уже привыкла. Все в порядке. Да. Скучает за нами тут ночью. Ну, конечно, буду скучать. Сейчас смена зубов утром пошла. Утром выходишь у нас. Лащится, да, утром? Ну, радуется, что радуется. Я не знаю. Ну, конечно, радуется. Аж поет. Да. За ночь, конечно, соскучилась. Она сидит в вольере, нет? Да. Она уже поняла, что здесь ее. Она поняла, что не страшно, да? Ну, вольер, конечно, супер. Она там практически только я... Ветка она там скрыта. На тебе игрушку. Иди, покажись. Да, сейчас она увеличит. Увеличит большая.